премьера происходит во время Евромайдана, буквально в 200 метрах от кинотеатра. Происходят пикеты. По дороге сюда не прошли мимо Евромайдана? Заглянули? Я с самолета сразу же поехал на Майдан. Мы заехали туда с моим товарищем, посмотрели, почувствовали атмосферу. Я горжусь тем, что я попал сюда в момент того, что происходит на Украине. Что вас поразило на Евромайдане, когда вчера вы пришли уже в тот момент, когда начали оттеснять людей? Я думаю, что вы попали вот в пик событий. Нет ничего важнее, чем свободное волеизъявление народа. Люди, устав от коррупции, устав от воровства, от клановости, от безразличия государства, вышли на улицу бороться, сопротивляться этому. Понятно, что нету лидеров, они разрознены, там какие-то непонятные, странные люди. Что дискредитировал себя ваш президент. Революцию делают романтики, а пользуются ее плодами мерзавцы. Вот у вас уже такой опыт в 2004 году был. Будет иначе в этот раз. Я надеюсь, что будет иначе. И я крайне уважаю украинцев в их стремлении найти лучшую жизнь. Сегодня с презентацией фильма, можно сказать, открывается такое официальное празднование Нового года. Мандарины, елки, шары. Как в вашей семье празднуют Новый год? И переодеваетесь ли вы для своей дочери шестилетней все еще в Деда Мороза? Нет, Дед Мороз приходит сам, конечно, я не переодеваюсь. Но празднуем мы всегда дома. Салат оливье. Ирония судьбы, да. Дочь шестилетняя все еще верит в Деда Мороза, пишет ему письма, а вы все эти желания исполняете. Конечно. Так я верю. Зима – это период, когда вы можете вернуться к своему любимому хобби. Это фигурное катание, танцы на льду. У вас есть собственные коньки, которые обязательно всегда заточены. Па основные не забыли? Можете еще повторить? Можете на поддержку? Нет, не здесь, уж точно. Память-то осталась, конечно, движение, но в основном осталось какое-то эмоциональное ощущение атмосферы этой работы.